Зовут меня Разумов Денис Александрович. Я являюсь генеральным директором группы компании «Экстерком». Мы занимаемся разработкой микроэлектроники, коммутационного оборудования, систем хранения данных, а также разработкой программного обеспечения и прикладного обеспечения. С техническим университетом мы взаимодействуем уже более 5 лет. Взаимодействуем по подготовке кадров как для своей организации, так и для IT города Омска. То есть мы принимаем участие в практике студентов, они к нам приходят на практику. Принимаем участие в дипломных проектах, в курсовых проектах студентов, курируемых. И в прошлом году начали взаимодействовать в рамках цифровой кафедры. С техническим университетом у нас сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности, в области разработки некоторых аспектов программного обеспечения. И с кафедрой по металлообработке мы взаимодействуем в изготовлении и корпусировке изделий. А с цифровой кафедры мы взаимодействуем только в области проведения практических занятий для студентов по отечественным операционным системам. Потому что цифровая кафедра собирает в себе все сливки студентов, которые учатся в различных вузах. Все ребята у нас заинтересованы в получении новых знаний, все заинтересованы в получении второй специальности в области IT. Ну и самое главное, что они хотят остаться и работать в Омске. На мое решение ничего не повлияет, если это будет студент цифровой кафедры. Я его возьму без излишних раздумий, потому что знаю, что это, наверное, лучшие кадры, которые можно взять на работу в Омской области.